Второй день подряд телеканал «Тюменское время» следит за самым масштабным событием этого марта в регионе. В выставочном зале проходит третий региональный градостроительный форум. Самые важные темы этого крупного мероприятия мы освещаем в наших эфирах. О чем идет речь на круглых столах и дискуссионных площадках сегодня, расскажет моя коллега Анастасия Ализаревич. Настя, тебе слово. Дима, да, второй день форума стартовал, и вопросов на повестке дня сегодня не меньше. Если вчера говорили об импортозамещении и о помощи государства строительным компаниям в современных реалиях, то сегодня эксперты высказались по другим важным вопросам. Например, озвучили планы о цифровом развитии региона и о новых технологиях, таких как умный дом. Говорили и о проблемах малоэтажного домостроения. Ну и то, что интересно кажется всем. Все-таки продавать, покупать сейчас недвижимость или стоит подождать? Вот что думает по этому поводу вице-президент Российского союза строителей Сергей Кичухин. Время кризиса, время, так сказать, экономических катаклизмов, время вкладывать деньги в недвижимость. А еще лучше, если у вас есть свободные деньги, купите какое-нибудь небольшое помещение на первом этаже и сделайте там мастерскую по пошиву, так сказать, не знаю, шляпок, там, одежды или еще что-нибудь. Вы создадите рабочие места и дополнительный, так сказать, приработок. Вот туда вкладывать нужно в первую очередь. А я напомню, что сегодня не последний день работы градостроительного форума. Дискуссионные площадки будут работать еще и завтра. Студия. Спасибо, Настя. Будем ждать от тебя подробностей в вечерних выпусках.